Здравствуйте. Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Айнур Мейрханова. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Вчера, 2 августа, на 70-м году жизни скончался Жаксылы Кушкемпиров. Олимпийский чемпион, герой труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и заслуженный тренер. Он оставил яркий след в истории современного Казахстана. Благодаря его достижениям весь мир узнал о казахской степи. За свою жизнь Жаксылы Кушкемпиров вырастил целую плеяду сильных спортсменов. Слова соболезнования выражают родным и близким чемпиона, жители всех уголков нашей страны и СНГ. Глубоко скорбит и глава государства. С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Жаксылы Кушкемпирова, написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Твиттере. Жаксыл Кушкемпиров первым из казахов стал обладателем Кубка мира, чемпиона мира и победителем Олимпиады в Москве. Благодаря его победам 40 лет назад мир узнал и заговорил о Казахстане, как о великой спортивной державе. Сегодня молодые палуаны равняются на легендарного героя спорта и достойно представляют свою страну на турнирах международного уровня. В наше время попасть в советскую сборную было очень тяжело. Сейчас же для молодого поколения есть все возможности. Поэтому я хочу пожелать подрастающему поколению, чтобы они стремились к вершинам и достигали их, чтобы в дальнейшем они прославляли Казахстан. Обладатель множества государственных наград свой путь в большом спорте начал почти 50 лет назад. Главный секрет победы один, делился он. Это искренняя любовь к родине, огромное желание прославить родную землю. Именно патриотизм, подчеркивал он, должен быть движущей силой каждого. Он отличался особой добротой, относился ко всем как к равным, поэтому все любили его и относились с особым уважением. Он как-то рассказывал, что когда его не взяли на Олимпиаду в 1976 году, сразу посыпались приглашения представлять другую страну. Но как патриот своей родины, отверг все предложения. Это уже говорит о высокой морали и хорошем воспитании. Жаксыл Кушкемпиров является собой яркий пример мужества, стойкости, воли к победе и целеустремленности. На тренировках выкладывался по полной. Он сам слепил из себя многогранную личность и достигал успеха во всех своих начинаниях. Я с ним тренировался очень много в 70-х, в начале 80-х годов. Это был пахарь настоящий. Он работал до изнеможения. Как он восстанавливался, мы вообще удивлялись. Он 8 килограммов скидывал веса с 56 до 48 килограммов и при этом оставался в силе. Это очень тяжелый труд. И выигрывал. В 75-м году, когда была спартакиада народов СССР, он выиграл у всех претендентов. Там были олимпийские чемпионы, чемпионы мира. В жаре 40 градусов человек, скинувший 8 килограммов, всех выиграл подчистую. И был такой волнительный момент во время финала. Тренера сделали правильный психологический ход. Привезли на финальную схватку его маму, посадили в центр, значит, зала, в ложе почетной, одели в белое платье, белый платок и осветили ее. И когда он потом говорил, я, говорит, увидел свою маму, я, говорит, готов был порвать всех. Я как тигр бросился, говорит, на своего соперника и выиграл ее со счетом 8-2. А это был олимпийский чемпион Шумаков. Коллектив телеканала ЖТСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Жаксылы Кушкемпирова. Его светлый образ навсегда останется в летописи Казахстана. Еламан Раимбеков, Мади Байбасонов, телеканал ЖТСУ. Пик пройден. В Казахстане стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Радостную весть сообщил глава Минздрава РК Алексей Цой в ходе брифинга с представителями СМИ.
На сегодня вдвое сократилась заболеваемость пневмонией. С диагнозом COVID-19 числится 92 262 человека. 67,5% из них выздоровели. Только за последние сутки 672 человека покинули стены больниц. По словам министра, стационары заняты всего на 34%. Показатели выздоровления растут медленно, но верно, подметил он. Наилучшая ситуация наблюдается в Западно-Казахстанской области, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской областях и в столице. Обратите внимание, благодаря усилению санитарных требований за последние 3 с лишним недели отмечается значительное снижение заболеваемости населения во всех регионах. В среднем по стране ежесуточный прирост заболеваемости снизился почти в 2 раза. В Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Да и вы наверняка сами это видите. Пик прошел, и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения. Уже по традиции утро понедельника начинается в областном акимате с анализа проведенной работы за прошедшие 7 дней. На повестке дня ситуация с COVID-19 и газификация области. Уже в этом году свыше 5000 человек села Карабулак из Кельдинского района получат доступ к природному газу. На 1 миллиард 700 миллионов тенге строится 162 километра газопровода. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Обсудили на совещании методы борьбы с COVID-19. На сегодня по области числится 5300 заболевших, выздоровевших 3500 человек. Основное количество получают лечение дома. Тяжело больные, как и полагается, в провизорных госпиталях под наблюдением врачей. К слову, хорошим подспорьем в борьбе с COVID-19 стал недавно созданный ситуационный центр. Специальная платформа данных Big Data позволяет принимать управленческие решения на основе цифр и фактов. Так, благодаря нововведению ведется тщательный мониторинг состояния тяжелых больных. Всего за неделю количество пациентов в больницах снизилось с 87 человек до 30. Показатели радуют, однако весь мир ожидает осенью 2-ю волну коронавирусной инфекции. Будет она или нет, но готовность к ситуации уже частичное решение проблемы. Потому аким области поручил закупить кислородные концентраторы, а также аппараты ИВЛ и оснастить ими больницы до сентября. Загрузка лекарственных средств 129% мы вышли. Соска фармация, я вам говорил, до 2,5 месячного запаса. Ну, до 2-месячного запаса, то есть неснижаемый запас, мы будем по препаратам такую работу вести. Стабилизационный фонд. Стабфонду, я сказал, да. Они меморандуму немножко очень сложно идет, но на этой неделе, я думаю, мы уже подпишем. И вот система аптек будет работать через СК фармацию. Несмотря на общую статистику улучшения ситуации по COVID-19 для закрепления достигнутого результата и сведения заболеваемости к нулю на территории Алматинской области, продлены строгие карантинные меры. Отныне для посещения закрыты летние площадки кафе и ресторанов. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главного госсанитарного врача региона Асхат Чарапиев. Согласно постановлению, также приостановлена деятельность автовокзалов и общественного транспорта внутринаселенных пунктов, крытых продовольственных и всех непродовольственных рынков, развлекательных центров, торговых домов, музеев, кинотеатров, спортивных объектов, парков, пляжей, салонов красоты, а также различных образовательных центров. Строгие ограничительные меры на территории области будут действовать до 17 августа 2020 года. Напомним, что отныне население обязано носить защитные маски не только в помещениях, но и на открытом воздухе. За несоблюдение карантина грозит административный штраф. Закрываются летние площадки у кафе, ну, общепитов, и общественный транспорт приостанавливает свою деятельность. В зависимости от эпидситуации будут меняться и сроки, и требования этих ограничительных мероприятий. То, что касается открытия объектов предпринимательства и других объектов, это будут решать мониторинговые группы в составе Акимата, Нур Отана, органы санитарной службы по выполнению требований карантинных мероприятий.
Волонтеры Капшага призывают вместе победить пандемию. В минувшие выходные они вышли на улицы города и раздавали автомобилистам стикеры с призывом носить медицинские маски. Разместить наклейку на стекло авто согласились порядка 500 человек. Надпись «Носите маску» сразу бросается в глаза. На это и нацелена акция «Стоп-ков-2020», говорят организаторы. Мероприятие проводилось также в Ембекши-Казахском, Илийском, Жамбылском, Карасайском районах. Акция сейчас приобретает республиканский масштаб, следуя за волонтерами города Алматы, которые первыми поддержали призыв главного госсанитарного врача Казахстана. Мы хотим призвать граждан к пониманию того, что мы сами несем ответственность за наше здоровье и здоровье наших близких. И объяснить то, что маски – это самый простой способ защитить себя и своих родных. Так что призыв данной акции к тому, что мы справимся с данной трудностью только вместе. И чтобы все носили маски. Всем тем, кто согласился наклеить данные стикеры, всем тем, кто носит маски в нашей стране, мы хотим сказать спасибо. Спасибо за то, что носите маски. Прозрачность во всем. Волонтеры и представители неправительственных организаций решили лично узнать, как обстоит ситуация по обеспеченности медикаментами и оборудованием в больницах Алматинской области, в каких условиях работают медики. Так, специально созданная группа общественного контроля посетила ряд объектов здравоохранения региона и своими глазами увидела текущую ситуацию. Общественный контроль призван мониторить и давать объективную оценку происходящему в больницах и аптеках. Это нужно для того, чтобы позволить решать системные вопросы с участием местных исполнительных органов. Первым делом гражданские активисты посетили областную больницу, в которой на данный момент, по словам администрации, ситуация стабильна. Однако это только на словах. Посмотреть воочию, как трудятся медики, убедиться в достатке лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты, общественников в спецпомещения не пустили, комментируя это тем, что они находятся в условно грязных зонах. К слову, эффективность работы оценивается по 16 критериям. Обеспечение медицинскими. СК «Фармация» на прошлый понедельник приезжала, сейчас накладные принесут. Меня не интересует. Меня интересует по протоколу, который лечит. По протоколу все есть у нас. По протоколу. Все 13 наименований. Все 13 наименований. Вы их все можете нам показать? Показать без проблем. Все. По одному, если вот так вот принесут, покажут. Не так. Склад. Мне нужен склад. Склад я не могу. Это условно грязная зона считается. Брадам да киндремс. По Чикаго все инструкции пройдем и посмотрим. Все собранные данные идут напрямую в Минздрав страны. Уже там эту информацию обрабатывают и дают время на устранение всех проблем. Был создан экстренный этот общественный контроль для мониторинга, чтобы видеть реальную картину происходящего. Этот мониторинг даст, знаете, правильное использование ресурсов, правильное использование медоборудования. Благодаря нашему вот такому движению были закуплены 4000 концентратов. Они по всей республике раздавали. По всей республике были доставлены медицинских препаратов, лекарств. Ситуация стабильная в Текелийской городской больнице. Группа общественного контроля убедилась в этом лично. Это и хорошее питание для пациентов и медперсонала, и оснащенность средствами индивидуальной защиты, и полный список лекарственных препаратов. Согласно графику, поступление медикаментов идет через СК-фармацию. То есть каждый месяц у нас поступление идет. Когда у нас вот идет изменение протоколов, у нас есть такая функция в программе ЭФИС. Она называется «Заказ доп. Объема». Мы тут же открываем этот доп. Объем, и по СК-фармации, если эти препараты есть, мы заказываем доп. Объем, согласовываем эту заявку с дистрибьютором, и согласно графику они потом нам эти поставки дают. У нас есть акт мониторинга, то есть по всем пунктам мы получили себе нужную информацию, получили доступ, самое главное, к медикаментам, то есть по протоколу все препараты у них имеются. И получили доступ в пищеблок, то есть увидели запасы продуктов, промониторили в целом работу. Руководством, ну, в этой больнице чувствуется, что есть настоящий хозяин. Стоит отметить, общественный контроль создан по инициативе Министерства здравоохранения. Свою работу он начал в середине июля. Члены мониторинговой группы за это время успели посетить больницу Алматы и ЗКО. Алексей Цоя, Блэйк Утыкбай, телеканал ЖТСУ. К
Качественную питьевую воду проводят в селах Кайнар и Турар. До конца года населенные пункты Карасайского района обеспечат централизованным водоснабжением. Строительство сетей ведется в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Обеспечение питьевой водой жителей сельских округов является одним из важных этапов индустриально-инновационного развития региона. В текущем году в Карасайском районе реализуется сразу два крупных проекта по водоснабжению. Один из них обеспечит водой население села Турар, которые до недавнего времени были вынуждены пользоваться колодезной водой. Новая водонапорная башня сможет вместить в себя 907 кубометров воды, а протяженность системы водоснабжения составит 27 километров. На сегодняшний день работы завершили почти на 70%. Чистая вода поступит в дома уже в сентябре, заверили эксперты жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день по Карасайскому району реализуется 62 проекта по программе «Дорожная карта занятости 2020». А по линии жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции на сегодняшний день реализуется только 23 проекта. Водоснабжение, строительство системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличное освещение. Данные все объекты, 23 объекта, планируется реализовать в 2020 году. Одной из целей госпрограммы «Дорожная карта занятости» является трудоустройство жителей и создание дополнительных рабочих мест. Согласно плану, в индустриальных проектах должны участвовать 50% местных жителей. Центр занятости Карасайского района осуществляет мониторинг трудоустройства безработных, а также курирует создание новых рабочих мест на проектах. По словам специалистов, поиск работы для населения несколько усложнился в период всеобщего карантина. Однако можно обратиться в районы или сельские центры занятости. Там помогут подобрать вакансию в рамках одной из действующих государственных программ трудоустройства. Согласно программе «Дорожной карте занятости 2020», на сегодняшний день по Карасайскому району зарегистрировано 62 проекта инфраструктурных с планом в 1880 рабочих мест. На сегодняшний день 62 проекта по нашему району было направлено 355 безработных граждан. Работа в основном состоит в сфере дорожных работ, демонтажных, капитальных ремонтов и так далее. Трудоустройство граждан несет временный характер, заработной платы 85 тысяч тенге. До конца текущего года посредством центров занятости будут трудоустроены 540 человек. Следует отметить, что на осуществление 62 проектов в Карасайском районе было выделено более 10 миллиардов тенге. Аделя Кжаркенова, Ерболат Антелов, телеканал ЖТСУ. Сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям тушат природные пожары в нескольких областях Казахстана, передает Информбюро. Только за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 12 пожаров, 8 степных возгораний и 4 природных. В стране сохраняется высокая пожарная опасность из-за жаркой погоды, сообщается в пресс-службе комитета МВД РК. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Общая площадь степных пожаров составила 3537 гектаров. В ликвидации пожаров задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований и лесных хозяйств. В турецком городе Адана появилась 3D-граффити с изображением казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Певца изобразил художник Альпер Акка. На создание мурала ушло 2 месяца. По словам автора, они познакомились в аэропорту Стамбула 1 августа 2019 года. Эта встреча и вдохновила художника на создание настенной росписи под названием «Бастау». Мы с гордостью сообщаем, что «Бастау» является первой настенной росписью Димаша в Турции и первым 3D-гиперреалистичным граффити в мире, сообщает фан-клуб артиста в Турции. Очевидцы сняли на видео необычную птицу на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаузене. Как объяснили отечественные экологи, это каравайка. Она встречается во время перелета на территории источных вод Мангистауской области. Каравайка средних размеров, птица с дугообразно загнутым вниз длинным клювом. Возможно, гнездится на озере Шушкаколь, где численность этого вида птиц увеличивается. На пролете и кочевках встречается в западном Казахстане, в низовьях Кушума, на Мангышлаке и на Устюрте, рассказали экологи. Вид занесен в Красной книге России и Казахстана. Владельцу турбазы на Алтае, где погибли люди, предъявлено обвинение.
Директора турбазы «Глобус» Виктора Королева задержали накануне. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлевших по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствие будет просить суд заключить его под стражу. Отмечается, что семья из четырех человек, в том числе двое детей, приехала на турбазу из Барнаула 26 июля. Через несколько дней их тела нашли в номере. По данным следствия, из-за отключения электричества владелец распорядился занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и систему водоснабжения. Окись углерода попала в номера. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление ею. Служебных собак в Германии научат выявлять коронавирус, передает Евроньюз. То, что четвероногие друзья могут по запаху определять COVID-19, ученые выяснили еще весной в самый разгар пандемии. После этого в ряде государств стали подумывать о том, насколько реально использовать это открытие в интересах общества. В результате опыта военные кинологи из Ганновера выяснили, что собаки могут учуять коронавирус с точностью до 94%. Как? Пока загадка. Но этот показатель даже выше, чем у некоторых тестов. Теперь эксперты говорят о возможности привлечения служебных собак для несения службы в аэропортах и вокзалах. Правда, еще один немаловажный вопрос – насколько это опасно для самих животных и их иммунной системы? Ранее неоднократно фиксировались случаи передачи COVID от человека домашним животным, в том числе и собакам. Более 11 тысяч семей получили мясо жертвенных животных в рамках мусульманского праздника Курбанайт. По причине корректив, внесенных в празднование в этом году, мясо нуждающимся семьям доставлялось с площадок, специально отведенных для забоя животных. На забой жертвенных животных на территории мечети и в частном секторе в этом году введен запрет. Меценатов и священнослужители поддержали 400 волонтеров и автоволонтеров. Желающие принести жертвы и нуждающиеся оставляли заявки через сайт Курбан2020.кз. Об итогах празднования Курбанайт на площадке ЖТСУ Медиа рассказал имам центральной мечети города Талдыкурган Ардак Нусипханулы. В этом году священный праздник Курбанайт был проведен на должном уровне. Специально для этого праздника в благотворительных целях был создан сайт Курбан2020.кз, в полной мере выполнивший свою задачу. Из числа зарегистрировавшихся на сайте по Талдыкурганскому региону определили 5531 семью. Между ними было распределено более 23 тысяч килограммов мяса. Каждой семье досталось свыше 4 килограмм. Это заслуга не только служителей мечети. Нам помогали разные организации, администрация, ЦОМ и волонтеры. 250 волонтеров и 60 автоволонтеров взяли на себя обязанности по доставке распределенного жертвенного мяса. Со словами благодарности. Представители Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области поздравили медицинских работников с Курбанайтом. В дни мусульманского праздника в Казахстане прошла общереспубликанская акция «Мың алғыс». 1 августа турецкий центр АГСК совместно с волонтерами Дома дружбы развез по медицинским учреждениям Талдыкургана более 300 килограммов мяса. Кроме этого, в рамках акции во всех регионах края ЖТСУ в течение 3 дней члены этнокультурных объединений и структурных подразделений Ассамблеи раздавали врачам и персоналу больниц области продовольственные корзины. Подобные акции в честь праздника Курбанайта АНК проводятся ежегодно. Однако, если обычно помощь получают представители социально уязвимых слоев населения и детских домов, то в этом году в связи с пандемией коронавируса было принято решение жертвенное мясо раздавать медикам на протяжении почти 5 месяцев, ведущих борьбу за жизнь и здоровье населения. Сейчас во всех районах нашей области прошли подобные акции. В этом году мы раздаем продовольственные корзины врачам и другим сотрудникам медицинских учреждений. Одним словом, тем, кто в это непростое время оказался в эпицентре событий и ежедневно совершает подвиг, спасая жизни людей. Спасибо им большое. Чемпионки мира, Азии и Казахстана по карате Шинкио Кушинкая Данеля Катаева и Асимай Акранбек готовятся к первенству мира. По плану оно должно было пройти в июле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат перенесли на август. Безлюдная площадка, лишь 3 человека, тренер и 2 спортсменки. Так проходят тренировки у юниоров, представляющих Казахстан на международном уровне. Отсутствие полного контакта с противником, но полный набор спортивного снаряжения. Каждому свой подход, то есть если...
уже спортсмен показывает хороший результат, то добавляем индивидуальные тренировки, там, работу на лапах, дополнительные тренировки, то есть разбиваем их на группы и уже дополнительно занимаемся. Вот одни из лучших моих учениц – это Акрамбек Асибай и Акатаева Данеля. Они обе чемпионки мира, чемпионки Кубка мира, чемпионки Азии, Европы, международных турниров. Данелия Акатаева каратэшин киокушинкай занимается 7 лет. Сейчас ей 16. Хрупкая, но в то же время сильная девушка показывает самые высокие результаты в спорте. Неоднократные победы, медали высших достоинств – все это результат титанического труда. 7 лет я первый раз пришла в нашу школу. Тогда еще мы начинали тренироваться в школе. Даже особых так-то планов не было, что я буду дальше тренироваться. И потом мне очень понравилось, потому что тренер с детства каждому искал подход. И ко мне, конечно же, нашел, и вообще каждому. И вот мне прям очень понравилось, с тех пор так и тренируюсь. Несмотря на то, что сейчас такое тяжелое положение в стране, тренировки у нас в любом случае проходят. Конечно, не в полный контакт нас, не толпа, но мы бегаем кроссы, также делаем физику дома. Ну, кто как сможет, так и тренируется. Не менее успешная и многократная чемпионка Азии и мира Асимая Кранбек. Несмотря на перерыв в выступлениях, на тренировках девушка выкладывается на все 100. Я являюсь неоднократной чемпионкой мира. Под руководством нашего тренера Рафаэля Райманова занимаюсь с самого раннего детства. Упорно тренируюсь, чтобы добиться своей цели – стать мастером спорта международного класса. В целом, под руководством Рафаэля Райманова занимается более 200 детей. Под его чутким тренерским взглядом выросло более 20 чемпионов и призеров мира, Европы и Азии. Алексей Цой, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание и до свидания.